страшно моим сердце, давно туга пала я своего милого. Дорожку провожала. Ой, вернися, милый, с дорожки до дому. Кто тебе в дорожце рубашку помыє? Ой, не тужь, милая, не тужь, дорогая, а у поли, дробный дождик хвоща. А у поли, дробный дождик хвоща. Всім нашим ребятам рубашки полоща. Ой, не туж, милая, не туж, дорогая, а у полі колюча і груша. А у полі колюча і груша усім нашим ребятам рубашки посуша. Ой, вернися, милый, з дорожки до дому, хто тобі в дорожці? Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Василий Захарович. Присаживайтесь. Давайте, Василий Захарович, поговорим спокойно и обстоятельно. Вы сделали в жизни значительно больше того, что положено одному человеку. Значительно. Это какой же умник подсчитал, сколько человеку положено сделать? Ну, не будем спорить. Я веду к тому, что вы заслужили право на отдых. И мы все, да-да, все рекомендуем вам этим правом воспользоваться. Иначе. Понятно. Нет. Вы, видимо, не отдаете себе отчета, насколько угрожающее состояние вашего здоровья. Это у них маневр такой. Если жить, мол, хочешь. У вас есть дети? Есть. Нет, вы можете прожить долго, очень долго, но при одном условии. Да. Шах, значит, и мат. Нет, отбросьте, отбросьте все это. И купите себе удочки. Ну что там? На психику давит. Ай, на рыбалку посылает. Ну и что же теперь? Как же ты? Куда дальше? На пенсию? Что? На пенсию? А, нет. Выписали меня, на работу выписали. Ну, тогда ничего. Тогда можно. Не верю я врачам. Они меня в гроб не раз укладывали, а я живу. Поеду в Пинск, до Коли Вороновича. Поеду к нему. Слышь, Степан, ты Колю Вороновича помнишь? Ну, конечно. Да, он меня в 42-м из-под Кобрина на себе вынес. Мы тогда на железку, помнишь, ходили? Всю ночь тащил, а потом тут же без отдыха оперировал. Коля, ну, конечно. Поеду к нему. Втайне от всех.
Поеду, пусть он меня обследует и скажет. Ему поверю. Как скажет, так и будет. Корж Василий Захарович родился в 1899 году в деревне Хоростово на Полесье. В 1922 году вступил в красный партизанский отряд легендарного Мухи Михальского Кирилла Орловского и повел активную борьбу с помещиками и жандармами дефензивы в Западной Белоруссии. В 1936 году Корж сражался в Испании. Был тяжело ранен. 22 июня 1941 года Корж организовал один из первых в Белоруссии партизанских отрядов и, возглавляя его, сражался в глубоком тылу врага до полного изгнания гитлеровских оккупантов из Белоруссии. Снова был несколько раз тяжело ранен. Из армии демобилизован в 1946 году. Воинское звание генерал-майор. В 1949 году Корж назначен заместителем министра лесного хозяйства Белорусской ССР. Ты что ж не предупредил, что тебя выписывают? Мы бы встретили. А я жду, а вас все нет и нет. Ну как ты? Я хорошо, Ленька, даже замечательно. То есть лучше не бывает. А выглядишь ты плохо. Правда, Леня? Главное, как человек себя чувствует. Правильно, сын. Истинная правда. И давайте не будем сегодня говорить о печальном. Устроим праздник. Откроем стол вот здесь, в гостиной, и выпьем. А что? Что-то ты сегодня слишком веселый. Скажи, что говорили на консилиуме, только честно. Ну, что говорят на консилиумах? Врачи разные, говорят одно и то же. И что же все-таки говорят? Ну, что нужен свежий воздух, солнце, вода, полный покой. Прикрыл бы я все эти консилиумы. Они у здорового 10 болезней найдут. А Зина где? Ты только не волнуйся. Что? В больнице Зина. Позавчера. Так. Папа, не надо. Не надо, слышишь? Уже все хорошо. Мы только от нее. Да. Она сознание теряла. Ненадолго, совсем ненадолго. Ты хочешь пойти к ней? Поздно уже. Не пустят. Просто сначала заболела голова. Я выпила всего одну таблетку. Но ведь тебе было сказано. Врачи тебе сказали, что пить таблетки нельзя. Папа, папочка, я ведь тоже хочу, чтобы мне таблетки помогали. Все, у кого голова заболит, выпьют таблетку, и все. Перестань. Мне ведь тоже таблетки не помогают. А что тебе помогает? Работа. Честное слово. Работа. А потом без сознания везут в больницу. Не от работы. От пустословия. Много нервов треплют пустыми словами. Но ты крепись. Ты найди в себе силы. Ты же воевала. Тогда после контузии нашла ведь. Так неужели сейчас? Я постараюсь. Найду. Только ты мне объясни, пожалуйста. Кем я буду? Кем я смогу быть? Оля с Леней институт закончат. А я ничего не запоминаю. Я учиться не смогу. Не смогу я никем стать. Сможешь. Ты уже стала человеком. Вот это главное. Знаешь, Зина,
Был у меня в соединении врач Коля Воронович. От всех болезней лечил. Мертвых из могилы поднимал. Вот выйдешь отсюда, я тебя к нему в Пинск отвезу. Заранее обещаю, вылечит. Василий Захарович. Василий Захарович. Дорогой. Вот не ждал. Вот не ждал. Ну, спасибо. Ну, спасибо. Не ждал. А я, Коля, к тебе. Я к тебе специально. И совершенно секретно. Так. Поняла, что же? Да видишь ли, ну, должность мою знаешь и прочее. Понимаешь? Не совсем. Ну, в общем, не хочу я там, в Минске, обращаться к врачам. Вот и надумал я, наведаюсь к тебе. Посмотри меня, послушай. Да я вас по всем статьям обследую, и ни одна живая душа не узнает. Вот-вот. Значит, правильно я решил. Партизанский как-никак доктор. Ну и в случае чего выпишешь мне таблетки какие-нибудь? Или еще чего? Василий Захарович. Давно из клиники? Меньше недели. Я вот всю голову ломаю. Почему вы ко мне приехали? Вы не могли же вы подумать, что я абсолютно безграмотный врач. Да что ты, Коля? Просто ты был моей последней надеждой. Теперь и этой надежды нет. Я ведь что подумал, Коля, что ты стратег. Партизанский врач не может не быть стратегом. Стратег? Да хоть какой стратег, Василий Захарович. Хоть какой. А от этого вот куда денешься? Вот она, вся ваша жизнь. Засады по 20 часов на снегу, брюшняк на ногах, цинга, болотная вода, раны позапрошлые и прошлые, обмороженные ноги, вы ж на пределе. На пределе это как? Хлопы нету? В лучшем случае. А в худшем? А в худшем ни рук, ни ног и ни слова сказать. Худо. Поймите, вам нужен полный покой, перезарядка нужна, полная перестройка. И будете жить до 100 лет. Как перестроиться, Коля? Нужен покой. Покой – это смерть. Вы не правы, Василий Захарович. Вы столько сделали, что вы-то уж имеете право на отдых. Потом отдых, какая же это смерть? Дочерей замуж отдадите. Внуки пойдут. Или шефство над какой-нибудь школой возьмете. Будете пацанам про Испанию рассказывать. Про нашу жизнь боевую, да мало ли. Что ж, видно и впрямь. Худо мое дело. Жизнь или смерть? Правильно.
Да. Третьего не дано. Так какой же дурак выберет смерть? Хотя, с другой стороны, жизнь ты мне предложил хреновую. Ничуть не хреновую. Нормальную жизнь. И сколько, говоришь, проживу в покое? До 100 лет. Ну, до 90. Вот тоска-то. Да ладно. И на том спасибо. По крайней мере, без фантазий жить буду. Разрешите, Василий Захарович? Заходи. Звонили из 4-го управления насчет путевки в Крым. Я съезжу? Не надо. Почему? Не надо. На родину свою хочу поехать. В Коростово. С конца войны не был. Это конечно. Но курорт все же курорт. Как сказать? Крым это для сердца, там для почек курорт, а родные края для души. Вот и поразмысли, какой курорт человеку важнее. Слушаю тебя, никак не могу понять. А что? Ты что же, своим хозяйством живешь? Не в колхозе? А то в колхозе. Там скотин дохнет, не то что люди. А я один черт, что в колхозе, что в наличности везде голодуха. Но! И вот тут хоть сам за себя в ответе. Но! Сам за себя в ответе. Теперь хлеб зараз без карточек, а в гроши продал то и сё, и копейка есть. В колхозе и до войны не был. Само собой, не поспел. До 39-го пана батрачил, а как новая власть пришла. Советская. Ну да. Да только сколько она у нас была у Западной Белоруссии-то? У всего 2 года, а потом война. Ну и ай, только какая к нам власть не приди, а жрать все одно нечего. Земли у нас нема, болот одни. Наша власть болото. Хвороба, голодуха. Так ты говоришь, сам с Хорстова будешь? Ой, так у вас, как у нас, одно лихо. Болото. 1000 гектаров багны этой. Ты что, ее мерил? А то не. В войну пузом ее обмерил. Без всякой надежды, выходит, живешь. А чего это без надежды? Без надежды нельзя. Моя надежда, к примеру, в детях моих, в ребятишках, в их и сила. Проснулся утром, а они есть просят. И что? И собираюсь, брат, к силами, и раблю с надеждой накормить их. Тому совесть есть. А как же? Но! Слышь, Ефим, а разве не бывает так? С совестью все в порядке. А не может человек ничего, потому что болен. Болен? Тоже скажешь. У кого совесть есть, хворать не станет. Войну много болели? И войну болели, чего там? А. Но я не об этом, я о другой боли. Своя болячка, ладно. Но вот когда дети малолетками пошли на войну. Теперь узины тяжелая контузия. Сколько лет, а все не легче. Оля ранена. А у Лени после ранения рука сохнет. И ничего врачи сделать не могут. Божечки, вот когда я вас узнал. Погоди, стой. Но! Ой, простите, товарищ генерал. Ведь я в войну в отряде у Цибули был. А про ваших детей да про вас ведь весь наш Полесский край знает. Вот какие дела, господи, узнал ведь. Здравия вам желаю, товарищ генерал.
Ну, знал. А зачем за выком? Да ведь... 100 верст отмахали тыкало, а на 101-й здравия вам желаю. Ну, а радость-то ведь... Разговор не получится, если будем ты да вы. Это как же? Да как говорили, так и говорить будем. Вроде бы ты меня еще не узнал. Чего? Да что вы, товарищ генерал, вы уж извиняйте. Извиняйте, если что-нибудь по-вашему сказал. Ведь мне бы соврать да приукрасить. Ай, тьфу! Ой, вот ведь какие дела-то, а? Ай, дурья башка! Ой. Ну, сядайте, поехали. Ай. А чего поехали? Вот, и хорство ваше. Вот. Приехали. Спасибо тебе, Ефим. Да ну. За компанию. Но напоследок хочу сказать, ты уж не обессудь. Чего? Тяжелая твоя жизнь, то правда. Да. А все же ты куркуль. Чего? Куркуль, хоть и нищий. Жизнь тебя учит, учит, а ты никак не можешь своим умом понять, что к людям тянуться надо, что вместе с ними легче. И голодуху легче преодолеть, и те болота клятые обуздать. Все вместе-то, разом, фашисту хребтину сломали. Слышь, Ефим? Слышу, не глухой. А про болото я специально узнаю. Верно, что и в хоростве 1000 гектаров? Точно узнаю. А может, просто у страха глаза велики? Узнай. Ну, счастливо. Ну-ну. Узнай, узнай. А что я ему не так сказал? Здравствуйте. Здравствуй. Вы меня не помните? Нет. Я Клавдия Ольховская. Захарыч! Захарыч! Данилевич! Здорово! Данилевич, черт! Здорово, здорово! Скрипишь, старый пень? А че не скрипеть? Скриплю! Семен, скажи ты мне, сколько у нас хворостово болот? Ну, сколько гектаров? Хотя бы приблизительно. Приблизительно? Зачем приблизительно? Можно точно. Вот так. Приблизительно 8000. Сколько? 8000. А Захарыч-то отдыхать к нам! Отдыхать? А где жить будете? Ну, мало ли. Сестер, племянников сколько? Землянки нет. К Олимпе. У Олимпы дом. К нам, дядя Вася, к нам дорогим гостем будете. Пошли, что мы стоим тут. Скорей, скорей, гляньте! Я все на полу, так что не было очень так светло было. А боже! Ну-ну-ну-ну, хутенько, побегали, побегали. А так, на улицу, нечего. Дядя Вася, перекусите с дороги. Да нет, спасибо, Алин. Зараз постелю. Отдохнете с дороги. Вот. А к вечеру баньку истоплю. Все косточки прогреете. Хорошую избу поставили, молодцы. Степан? Дядя Вася. Вам спасибо, помогли. Степан. Одно только название, что мужик. Как ранили его тогда. Кишки-то такие.
А где он? Нет его. Поехал. Где тут лежать? Подработать поехал. Ну, прилягте пока. Ну-ну, давайте, пальто снимите. Вот так. Ой, тонкая. Отдыхайте. Отдыхайте, тихо тут. Хорошо. Ну вот и свиделись, товарищ генерал. Пришли послухать, что там нового в свете. Как дела в Минске, Василий Захарович? Детки ваши как? Хорошо, хорошо, детки. А Минск отстраивается. Со временем будет красавец город. А в мире? Сложно в мире. Неспокойно. Да, отстраивается Минск. Отстраивается. Ну, а вы-то как? А что мы? В землянках сидим. У других так и хаты построили, и скотиной обзавелись. И магазины, говорят, открыли. А мы его... Никак не выбьемся в люди. Так вот, в землянках и пропадаем. Пахотной земли почти нет, а хлебозаготовки всем одинаковые. МТС тоже свое берет. Что посеем, то и соберем. Земли нема, одни болота. Да ладно вам! Ладно, я скажу. Порядка у нас нет. Вот что. Осенью хлеб в город отвозим, а весной из города, чтобы посеять. Болото все съедает. А что же вы? Колхоз ведь. На кони болото не осушишь, и хлеб на болоте не посеешь. МТС хлеб берет, а болото уже в деревню лезет. А им-то что до нас? Это болото МТС нас берет. А ну их, болото эти! Сколько ты жизни! Гость приехал! Давай, Миша! Вот что, Вася, ты все это близко до сердца не бери. Это я тебе говорю как старый друг. Конечно, натерпелся народ. Но это же не твои дела. Это поправится. Должно. А твои дела теперь там. Подумай только, простой мужик Полешук в генералы вышел. В министры. Ну чем вы им поможете? Чем? Вы так людям всю жизнь отдали.
Надо о себе подумать. Выйди, Олимпа. Не правда разве? Отдохнуть человек приехал. Родные места проведать-то как же? Обрадовались, насели. Я веселою была, веселой быть хотелось. А теперь же что такое, где веселость делась? А? Кожовская порода. Семен, как же это? Я же родом отсюда. Разве было у нас 8000 гектаров болот? Растет оно, что ли? Почему не расти? Растет. За войну земли одичали. Кровь из нас сосет это болото. Землю сжирает. Я только, Вася, прошу тебя, очень прошу, отдыхай на здоровье. Приехал отдыхать? Отдыхай. Не порть праздник ни себе, ни мне. Ладно, иди. Поговорим еще. Будет время. Со стороны прорехи всегда виднее. Да только... Завтра, Семен, завтра. Так и спали, одевшись. Не стала будить. Ну, куда годится, а? Хорошо. Хорошо. Хорошая штука жизнь, а? А где ж мои удочки, Олимпа? Ой, наверное, дети взяли. Еще затемно на речку сбегли. Вот сорванцы, а? Ну, давайте, садитесь завтракать. Да не хочется. Ну вот, садитесь, что вы? Да нет, я на речку схожу. А, это ж надо. Удочки сперли. 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 Вот сорванцы, а? И что главное? Тишина. Тишина и терпение. А вас за версту слышно. Ну, знакомь с другом. Знакомьтесь. Как зовут? Иван.
Хорошо. А отца? Макар. А, хорошо. Стало быть, Иван Макарович. А фамилия? Цуба. Цуба. Хорошо. У нас полсела Цубы. Хорошо. Верите, нет? Аж душа тает. На собственных глазах перерождаюсь. В кого? В кого? А ведь и правда, в кого? Вот так вопрос. Перерождается в кого-то. В сказках. Или когда сам придумаешь. Ты прав. Особенно, если сам придумаешь. И стремишься получше придумать. Да поудобнее. Потекай, дядь Вася! Ой! Ну, брат! Зараз, ёшку сварим. Поджарь лучше, для ухи приправа нужна. А... Ага. Ага, я зараз. Слухай, Лидка, масла нету? Нема. Трошки масла мне. Постного. А? Нема. Масло может есть. Трошечки. Дядя Вась, давайте лучше на костре испечем. Все равно мамка масла не достанет. Что же с ним делать, Семен, с болотом-то? Черт его, говорил я тебе. Растет оно, как чудовище. Ну, а ты что, председатель? Выхода, что ли, нет? Выход не от нас зависит, сам знаешь. Знаю. А МТС что? Дело не в ней. МТС хотя бы засеять и убрать помогла. Так кто же? Техники на сушение, говорят, нету. То есть как это нет? И не забывай, Вася, какая война была. У нас беда болота, у других другая беда. Руки ты опустил, председатель, вот что. Я опустил. С 21-го года воюем мы с тобой, Вася, за лучшую жизнь в этих местах. А где она, эта жизнь? Устали люди. Не верят. Не то чтобы нам не верят, вообще не верят. Ну а ты? Ты тоже? Не стану врать, и я. Вот что я тебе скажу, Вася. Сгорит завтра весь наш колхоз. Все постройки, какие есть. Все наше хозяйство убогое. И пойдут люди по миру. Сам же и поведу. С душевным облегчением уведу их отсюда. Уведу от нужды, от голодухи, от мук. У меня в колхозной кассе 4 рубля 70 копеек. На все про все. На семена, на технику, на кадры. Эх, лучше бы я не приезжал сюда, Семен. Не видел бы твоего позора, честное слово. Это в чем мой позор? Да во всем. В каждом твоем слове, в безверии твоем. За что ты воевал? За то же, за что и ты. Ну и где оно? То, за что мы боролись. Все при мне осталось. Все выхлебал. До дна. И других заставил хлебать. И других заставил. Всех. Вместе ели, хлебали. Наедались. Никуда не отлучались. Намек твой понял. Но он меня не задевает никак. Я за каждый свой шаг могу ответить. А ты
ты сдался. Капитулировал. Да не сдался я. Если бы я сдался, я бы пустил себе пулю в лоб. А я, как видишь, живу. И надеюсь. Все еще надеюсь. Да не я один. Сдался, Семен. Сдался. Потому что не борешься. Надеешься, что кто-то другой с нашими бедами колхозными воевать будет. А ну, как все окажутся такими, как ты. Тогда что? Кажись, все. Весь наличный мужчинский актив. Начнем, Василий Захарович. Поговорим, мужики, на чистоту. Что же вы, мужики, активисты, сникли, перед трудностями пасуете? Зря ты, это, Захарыч. Мы отсюда никуда не убегали. Понятно. Я это слыхал уже здесь, в Хоростово. И давал ответ. И перед вами за каждый свой шаг, за каждый прожитый день готов держать ответ. Сами просили говорить откровенно. Не нравится, не будем. Да не о том я. Личные упреки не к месту. Подумаем, мужики, как поставить колхоз на ноги. Че там думать? Перво-наперво поля надо возродить. Рук мужских не хватает. Во многих семьях одни женщины остались. Помощи просят. Нам бы из землянок выбраться, Захарыч. Сил нет. В землянках жить не в моготу. Вот и бегут в город. Нам бы специалиста толкового, Захарыч, чтоб с болотом совладать. Технику бы какую, а то в МТС ее не допросишься. Погодите, надо записать. Какая техника нужна? Хоть бы машины. На. Машины. Ты почему в темноте? Привыкла я. А может, лампу зажечь? Не надо. А я вижу в темноте. Особенно, когда луна. Красиво. Электричество надо. Да нема его вокруг. Даже в Гоцке нема. Дядя Семен, не пущу. Спит он, все. Да не сплю я. Не сплю. Ну что там? Коля волнуется. Коля. Коля Воронович ищет тебя. А ты ему сообщи. Рыбу, мол, ловит. Выполняет врачебный наказ. Ты прости меня, Вася. За что? Не знал я, что ты болен. А я не болен. Я выздоравливаю. Ну, был инфаркт. Был. А теперь врачи велели малость отдохнуть. И обещали жизнь до 100 лет. Тот же Воронович. А в телефонограмме не так. Да ты не верь телефонограммам. Бумага. Ты мне верь. Иди спать, Семен.
Черник, Митяевич. Есть. Здравствуйте. 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 Организация мелиоративных работ. Это вы? Ну, допустим, мы. А вам, собственно, что нужно? Задачу одну решить. Вокруг деревни 8 тысяч гектаров болот. Пахотной земли в 100 раз меньше. Я понятно выражаюсь? Весьма. И что же? Вот интересуюсь перспективой. Как сделать наоборот, чтобы пахотной земли стало в 100 раз больше? А вы, собственно, кто такой? Какая разница? Интересуюсь. Слушай, мне бы с тобой поговорить надо. Ну что же. Ребят. Погуляйте пока. А, ну давай. Что такое? А, зуб болит. Вырви. Боюсь. Вы, наверное, председатель колхоза. Знаете, к нам часто обращаются председатели, и все хотят, чтобы их болота осушались в первую очередь. Тебя как звать? Сергей. Сергей Леонович. А я Корж, генерал Корж, замминистра лесного хозяйства республики. Я в Хоростово ездил, в родную свою деревню, недавно оттуда. Так вот, побывал я на родине. Ну, что такое разруха послевоенная, я знаю. А вот такого запустения, как в Хоростове. Народ живет, конечно, но перспектива. Люди разуверились, понимаешь? Это там 8 тысяч? Да. Ну что ж, это типичная картина для Полесья. И решать эту проблему нужно не по отдельным колхозам, а совокупно. Наш институт работает над комплексным планом осушения Полесской низменности. 2,5 миллиона гектаров. Но это в перспективе. Нужны колоссальные средства и, как вы сами понимаете, время. А мне сейчас надо. Людям сейчас надо. 8 тысяч гектаров болот. Что такое 8 тысяч, когда речь идет о 2,5 миллионах? Капля. Я тебе про людей толкую. Людям как? Тебе сколько лет? 24. Член партии? Комсомолец. Откуда родом? С хутора Казанкина. Профессия? Вообще-то агроном. Слушай, давай на полную откровенность. Я откровенен? В твои годы не в кабинете сидеть надо. Кидай ты ее к чертям собачьим, эту бумажную жизнь. Езжай в Хорост. Там для тебя живая работа. Я тебя не оставлю, не бойся. Все сделаю, как скажешь. Технику достану. Помощников тебе найду. С директором машиномелиоративной станции о создании бригады мелиораторов договорюсь. Словом, по рукам. Понятно. Такое на голодный желудок не решишь. Слушай. Пошли пообедаем, а? Зуб. Знаю средства.
Припомни, Ваня, кто из наших партизан на каких ключевых постах. В каком разрезе? А в таком разрезе, что нужна мне техника. Автомашины там, тракторы, экскаваторы, ну еще кое-что. Ага, записывай. Давай. Молодец. Он мне как раз и нужен. Ну, Ваня, если получится, я тебе по гроб жизни буду благодарен. Ну, а форму зачем? Да не может быть. Не может, говорю, быть, чтобы Санька забурел. Кому? Да он же его от смерти спас. Ваня, знаешь, я проверю. Проверю. Если ты на него наклепал, смотри. Ну и ну. Саня. Прошу вас. А вас не узнать, Василий Захарович. Всегда такой энергичный, напористый, а тут... Сколько бы людей меня не ожидало, вам уделю внимание в первую очередь. А вы почему-то ждали? А вы тоже изменились, Александр Александрович. Я ничего не понимаю. Что ничего? Ну, тон этот и на вы. Да рад бы, как прежде. Да видите ли, слух прошел между нашими боевыми друзьями, что вы вроде бы теперь всем наказываете себя именно на вы величать. Даже говорят, Гришу Мячина вы при народе пристыдили. А Гриша Мячин...